Друзья, всем привет, с вами Тимур, и я долго оттягивал этот момент, именно покупку iPhone 12 Pro. Можете отгадать, какой это цвет? Напишите, кстати, в комментариях, какой это именно цвет, судя по его коробке. А спонсор этого выпуска — Quark.ru. Quark — фриланс без проблем. Решение задач для вашего бизнеса и не только. Итак, почему я взял iPhone 12 Pro, так как у меня был iPhone 12? И я говорил, нужно покупать iPhone 12 вместо 12 Pro. Я сейчас сказал причину одну. Почему именно я беру себе 12 Pro для себя, для использования? Потому что, ну, так сказать, хотелось себя порадовать именно к Новому году. Я мог его купить в начале, когда он вышел, но именно хотелось порадовать себя перед Новым годом, чтобы хотя бы было какое-то новогоднее настроение. Это одна из причин. Две остальные причины скажу попозже. Так, это у нас получается американец. Это у нас американец на 256 гигабайт. Это версия на 256. А как отличить американца от других айфонов? Покажу, когда распакуем. Наверняка вы уже знаете, как отличить. Так, давайте так вот аккуратненько его откроем. Аккуратненько откроем. Вот она, красота. Вы только посмотрите, какой это цвет. Это графитовый цвет. Вы только посмотрите. Чистый карандаш. Ну, это ведь красота. Я сравнивал, знаете, 12 Pro белый и графитовый. Опубликовал у себя в Инстаграме, в сторис. Кстати, подписывайтесь на мой Инстаграм. Графитовый мне самому понравился, но почему-то я хотел именно белый взять из-за того, что всегда мои телефоны были темными. И хотелось хоть какой-то белизны давать в своей жизни. Но все вы проголосовали за графитовый. Ну, реально, он офигенный. Вы только посмотрите на него. Он реально офигенный. Достанем. Теперь Apple перестала клеить вот эти вот полиэтиленовые пакеты на свои телефоны. Они теперь клеят вот такую вот бумажку, типа для того, чтобы было легче его утилизировать. Размеры с 12 практически, не практически, а точь-в-точь одинаковые. Можно будет напялить чехол от 12 сюда, на 12 Pro. Давайте вот так вот сюда поставим и посмотрим, что у нас в комплектации. В комплектации, как вы сами знаете, уже 1500 раз, наверное, видели. Тут у нас скрепочка и логотип Apple для их рекламы и какая-то маленькая бумажка. Ну, максимально, максимально коротко, ясно и лаконично. А тут у нас получается USB Type-C на Lightning коннектор, а непосредственно адаптер питания покупай сам за свои деньги. Там, хочешь быструю зарядку, покупай быструю зарядку за бешеные бабки. Так, все, больше в коробке у нас ничего такого интересного нету. Так, само устройство. Знаете, я попользовался именно 12-м обычным. Он был как игрушка легкий, вот честно. Это первая причина, почему он мне перестал нравиться. Он был как игрушка легкий, и вот эти вот рамки в 12-м Pro просто покупают тебя. Вот смотри на него. Смотри, а скотина какая. Как они блестят. Да, заляпываются, но ты только посмотри на это. Вау. Вот именно графитовый цвет понравился. Смотри, он уже заляпался, видишь? Вот. Вот. Вот так вот своими грязными ручищами, короче, заляпаешь, и все. Больше нет ничего такого эффекта. Так, аккуратно. Я не знаю, слышали вы звук или нет. Включим и вместе с вами его активируем. Так, я вам говорил, как отличить американский вариант от европейского, RST, вот это все, от корейского. В американском есть вот такой вот порт. Это не порт даже, а именно вот эта вот пластмассовая вставка здесь. Это для принятия 5G сетей. Но у нас в Узбекистане это 5G вряд ли когда будет работать. В России тем более не работает, работает только в Америке пока что. А мы будем ждать. Наверняка не дождемся пока что. Давай, настроим теперь. Так, страна, 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 где ты, моя страна родная, где ты? Ищем, ищем, ищем. Вот, Узбекистан, установка языка. Как только ты выбираешь свою страну, тут в клавиатуре тебе по умолчанию устанавливают твой же язык. Я выбрал Узбекистан, у меня тут дополнительно есть теперь и узбекский. Видите, русский, узбек, узбекская кириллица, узбекские латиница, английские эмодзи получается, да, продолжить. Так, подключусь к сети Wi-Fi. Активация iPhone может занять несколько минут. Нужно будет немножко подождать, а я пока это все дело скипну. А пока iPhone будет активироваться, я хотел вам рассказать две вторые причины покупки непосредственно Pro. Вторая причина — это то, что я же ютубер, обозреваю технику, в особенности технику Apple. Так, в 12-м не были доступны некоторые приложения. Есть приложения в App Store, которые сделаны только исключительно для iPhone 12 Pro. И на просто 12-м
ты просто не сделаешь обзор на него. Не получится никак использовать код-пароль. Поэтому, чтобы я мог делать любой контент на этом канале, я, собственно, себе приобрел и этот телефон. Кстати, ждите. Вот это вот именно приложение, вы точно не знаете, что это за приложение, но оно бесплатное, есть в App Store и работает только на iPhone 12 Pro, потому что тут есть лидар. Так, не переносить данные приложения, Apple ID не буду пока использовать, настройки, то есть настроить позже в настройках, скипаем. Вот, видишь, да? Видишь, как заляпывается. Но это пот, у меня руки потеют за то, что я счастливый, как скотина. Окей, продолжить, как много всего тут. Не делиться, продолжить. Свайп вверх. Вот он, iPhone 12 Pro полноценный. Так, давайте мы с вами сразу зайдем в настройки. Обои. Выбрать новые обои. И установим вот эту вот обоину. Вот таким вот образом. Оба экрана, чтобы все знали, что у тебя iPhone 12 Pro. Вот она красота. Вот он, дорогой телефон. Любуйтесь, ребятки, я просто помолчу. А при использовании продолжить. Так у нас получается, вот он ширик, вот обычная камера, а вот широкоугольная, то есть телевик. Все тут есть, все в наличии. Если не ошибаюсь, тут оперативки на 2 или 3 гигабайта больше, чем в обычном 12. Итак, третья причина. Я использовал iPhone 12 на протяжении месяца, и почему-то мне показалось так, что 12 очень плохо держит батарейку. Я не знаю, как будет здесь, посмотрим, поиспользуем. Вроде батарейки тут одинаковые, если не ошибаюсь. Но дело в том, что я перешел непосредственно с iPhone 11 Pro Max, где вы сами знаете, какая там была батарейка. Она тупо была больше из-за того, что это Max, и держала больше. А перешел я с 11 Pro Max на 12 просто и сразу ощутил, так сказать, downgrade. Во-первых, это из-за батарейки, во-вторых, это... Ну, наверняка из-за размера. В-третьих, это из-за того, что материалы другие. Тут у нас был алюминий, сзади был у нас не матовое, а глянцевое стекло. Он был чересчур легким, вот как игрушка легким. Третьей камеры не было, вот это все тропаля. Ну, вы поняли меня. Вот такая вот у нас распаковочка получилась. Спасибо ребятам с магазина MacBro за хорошую скидочку. Если вам нужны айфоны в Ташкенте, хотите купить кому-нибудь для Нового года, то забегайте в магазин MacBro. Вот такое вот у нас получилось видео, друзья. Если вам понравилось, то обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, чтобы было еще больше такого контента. А я с вами не буду прощаться, увидимся с вами в новом видео. До новых встреч, друзья. Всем пока.